Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Середина дня», бывшее управление активами, потому что мы поменяли, вы знаете, с 21 декабря управление активами уже включает, вводит понятие инвестиционного консультанта, и там нужно, чтобы быть обязательно только, значит, юридическим лицом или ИП, членом СРО и так далее. Поэтому понятие управления активами мы с сайта везде убрали и будем говорить по рынку в середине дня теперь. И с нами сегодня наш коллега, трейдер, теперь все трейдеры, теперь управляющих активами уже нет, друзья, у нас. Правда, сегодня еще есть, а с 21 числа с полуночи уже все. Вы все просто трейдеры, коллеги. Наш коллега-трейдер из Санкт-Петербурга, Виктор Бавин. Виктор, приветствуем вас. Приветствую, Игорь, приветствую, коллеги. Что интересного сегодня на рынке, на что посоветуете обратить внимание? Сейчас посмотрим, что интересно. Сейчас вот я крик открыл. Давайте вот сразу и начнем. Смотрите, вот, ну, первое, это у нас вот тут по обороту нефть. Вот обороты бешеные, вот, сколько это, 82 миллиарда, да, оборот, ну, скоро 83 будет по нефти. Нефть падает, вот. Ну, это сейчас берем, как бы, давайте сейчас по классике начнем с фондового рынка, а дальше вернемся к срочному. Так, ну, смотрите, значит, на графике представлен индекс МВБ, график месячный. Ну, вот, в принципе, видим, также зона остается, 2500, вверх мы так и не пробили, да, и 2000 вниз, как бы, да, ждем, ну, такой вот масштабный такой вот разворот, скажем так, да. Вот, ну, а сейчас видим, пока что цена подходит 2300, видим, что, значит, какой сильный уровень, да, будет. Вот, ну, я думаю, мы его легко пробьем вниз, в принципе, событий много негативных. Думаю, что, скорее всего, там, через полгодика, возможно, да, может, даже раньше, может, месяца, там, через три, через квартал, думаю, мы 2000, что касается индекса, так вот, более долгосрочно, чем неделя. Но в целом вот такие вот, значит, мысли по индексу МВБ. Давайте начнем, вот, значит, анализ самого, получается, индекса. Тут основные вот голубые фишки. Там, ну, вот здесь указаны Сбербанк, Газпром, Лукойл. Ну и так далее. Вот здесь вот по списку, сейчас вот посмотрим, пройдемся, пробежимся быстренько. Ну, давайте начнем. Вот акция Сбербанк обыкновенная. Вот, ну, в принципе, по Сбербанку рекомендация остается прежней, как и раньше. Вот 200 мы вниз пробили. Ну и смотрим только шорт, да. Вот она падала, как бы, 75, 90, вот 185 пробили вниз, да. Ну, вернулись мы сегодня. Ну, тоже, в принципе, ничего не изменилось. Как бы шортим, это просто временная коррекция, на мой взгляд, как бы, ну, сценарий такой, что пока коррекция, как бы, пока признаков нет для лонга, вот, а лонговать советую только где-то от 200, до 200 она добежит, там уж можно смотреть лонги. А пока сейчас работаем в шорт, вот, по Сбербанку, по акции шорт, по Сбербанку фьючерс, значит, тоже шорт, вот, здесь, думаю, понятно, значит, Газпром. Здесь, значит, акция слева, справа фьючерс, график фьючерса. По Газпрому ситуация аналогична. Видим, вот, три снижающиеся недели. А, вот, естественно, по Газпрому тоже только шорт. То есть мы работаем, стратегия торговать по тренду. Скажем, не так долгосрочно, но в целом торговать по тренду. Да? И, скажем, вот видим, что неделя снижается, другая неделя, третья неделя. Как мы видим, что тренд нисходящий. И это причем на недельном графике, на дневном, там ситуация тоже будет аналогична. Ну, вот, скажем, вот по фьючерсу видим, да, что вот такое длительное снижение тоже по фьючерсу. Но вот тоже по Газпрому шорт. Роснефть. Ну, здесь, значит, тоже, вот, как бы, кто зашел, шорты можно держать, как бы, да, вот отсюда вот еще до этого рекомендации были. Вот кто еще не заходил, можно, допустим, скажем, от 400 еще там потихоньку начинать шортить, там, 400. Вот, ну, и потихоньку, там, скажем, докупаться, там, увеличивать позицию шорт, там 375, 350, ну, в таком духе все, да. Вот, значит, ГМК на риске, ну, вот здесь вот, конечно, удивляет,
вот так пробили, вот уже несколько недель так вот все выше и выше, как бы, ну, в принципе, сигналов обратных пока нет для шорт. Здесь по этой акции потихоньку лонг, совсем аккуратно. Вот, так что, в принципе, она может еще подняться, там может и до 14, и до 15 тысяч, теоретически. А, значит, акции Лукойла. Вот здесь видим, 5000 мы туда вверх пробили, 5250, и пошли обратно. В принципе, опять 5000 пробили. Ну, естественно, смотрим, как бы, шорты. Ну, вот если 5000 уж вверх пробьем, можно опять смотреть лонги потихоньку. А сейчас вот, там, скажем, 5000 пробили, допустим, шорт, да, потихоньку набираем позицию, скажем, вот, ну, вот от сегодняшней цены, да, там на часть, скажем, депозита, там, 4750, 4500, ну, такими, скажем, равными промежутками, чтобы было и легче считать, и равными долями. Вот. Ну, естественно, не забываем про риск, про стопы. Вот, значит, думаю, здесь понятно. Значит, акции Мосбиржа. Здесь тоже мы пробили, сколько, 85 было, да. Тоже можно пока шарить на 85. Значит, пробило вниз. Ну, и в целом, думаю, то, что будет падение, она так долго падает уже. Там немножко скрутилась, опять падает, да, несколько недель. Думаю, это тоже вот только коррекция временная. Вот, и, ну, она еще ниже упадет, там, и 80, и 70 покажет. Вот. По Мосбирже шорт. Значит, акции Новатека. Здесь советую их не трогать. Тут цена стоит в диапазоне, и как-то она еще пока из диапазона не вышла, и советую, ну, просто пока эту акцию не трогать, подождать. Значит, Нефтегаз, акция обычная. Здесь то же самое, очень такое, как бы, ну, странное поведение цены, такой боковик жесткий. Ну, советую тоже сюда, как бы, не лезть, не торговать здесь. Татнефть. Вот. Ну, здесь по этой акции рекомендую ее шортить. Она вот, значит, снижалась, немножко открутилась, опять снижается, в принципе. Ну, сейчас 700. Думаю, она полетит вниз еще там сильнее тоже, в принципе, то, что есть для этого причины. Так, магнит. Вот. Ну, по магниту также все остается, как бы, тут было большое снижение, сейчас немножечко так коррекция. Ну, думаю, в целом еще, скорее всего, он упадет нам за полгода, за, может, за год, может, до 3000, до 2000 даже может быть. Вот если уж там совсем такое случится, что-то негативное, да. Ну, сейчас не очень они растут, ни магнит, там, ни УТБ. Вот, ну, сейчас дойдем. Сейчас смотрите, вот Интеррао. Здесь тоже акция в диапазоне стоит. Не советую ее не трогать. Значит, вот акции УТБ. Вот, значит, по акциям УТБ видим. Вот, значит, получается, значит, ну, где-то с апреля, июня, ну, где-то с начала июня, да, началось снижение 2015 года, да. И вот до сих пор эта акция снижается. Вот давайте сейчас, ну, просто прочерчу вам, чтобы видно было, насколько она снизилась. Ну, здесь, конечно, минимум возьмем. Смотрите, вот от предыдущего максимума такого, да, вот, который был вот в июне 2015 года, да, 24 июня показывает по линейке, вот, до, там, ну, скажем, там, несколько недель назад, тут на 57% упал, значит, актив. Вот. Ну, в принципе, еще падение идет. Сейчас он вот, падает, как бы, да, вот видим, несколько, сейчас меньше видно было, несколько недель, опять идет снижение. Но по этой акции только шорт. Вот. Значит, не знаю, что тут нужно для лонга, как бы, чтобы она показывала. Ну, сейчас покажу еще эту историю интересную, вот вчера читал. Сейчас посмотрим на смарт-лабе, там акция была, прям история очень понравилась, вот про ВТБ. Сейчас мы посмотрите, застрял акция ВТБ, помогите сделать флешмоб. Вот, в общем, держал вытащенную позицию человек, вот, и до сих пор не может выйти, даже хотя бы без убыток мечтает. Так что, в принципе, ну, вот поэтому мы работаем по тренду и ставим стопы, пресекаем убытки. Ну, надеюсь, прочитали. Если там кому интересно будет, могу ссылку скинуть. Вот, блок. Значит, ну, по ВТБ, думаю, понятно. В принципе, на этом анализ фондового рынка завершен. Сейчас перейдем, ну, значит, к срочному рынку. Значит, это индекс РТС. Тоже видим, он график дневной. На несколько дней уже снижается.
принципе. Ну и, соответственно, работаем. Позиция шорт, продаем. Вот. Признаков для лонга нет, у нас же нет коррекции, идет такое уверенное снижение, ну, причем довольно такое, как бы сказать, внушительное. Вот, думаю, оно еще продолжится, там, может быть, опять мы до 100 дойдем, может, и 100 вниз пробьем. Вот, ну, такие мысли есть, как бы это время покажет. Значит, ну, по фьючерсу тоже, естественно, если сам индекс вниз, то и фьючерс вниз, как бы тоже по фьючерсу шорт, да, признаков для лонга нет. Вот, значит, по фьючерсу понятно на индекс РТС. Давайте вот посмотрим спот доллар. Ну, тут у меня, конечно, тут немножечко расчерчено, как это интересно. Но, в принципе, тут видно, что цена вот начала расти несколько дней, да. Ну, вот, вот мы 67.39, да. И цена еще растет, доллар вверх. Ну, в принципе, вот она, цена вышла из диапазона. Вот тут диапазон был 67, да. Мы его пробили. Вот, соответственно, надо доллар лонговать. Вот может там опционы по нему покупать, там, ну, пол, да, естественно. Вот, там, стратегии какие-то на опционах делать, но стратегии не рекомендую. Ну, можно простую покупку, там, скажем, колов, и там по индексу РТС, естественно, там, покупка путов. Вот, то, что сейчас движение пошло, движение идет. Возможно, там она, допустим, там до 68 дорастет, может быть, опять до 70, а может еще и выше. Но в целом нужно рассчитывать временные горизонты, именно там по опционам, по фьючерсам легче. Вот, ну, думаю, мысль моя ясна. Значит, по доллару такая вот ситуация, что он вышел из диапазона, вот 67 был диапазон, видно, да, пробил его так и уверенно идет вверх. Думаю, что еще продолжится движение вверх, так и новости какие-то вчера были интересные, что там и таблички запретили там, по доллару в России, там на улицах, и там, ну, не знаю, думаю, это все взаимосвязано, и в целом, как бы, видим, что доллар растет, как бы, ну, и нужно его покупать. Вот. Ну, думаю, про доллар достаточно, давайте вот на нефть перейдем. Вот по нефти тоже вот, очень интересно было вообще снижение такое большое. Так, смотрите, вот, скажем, нефть максимум, ну, примерно там, скажем, 87 почти, да, был максимум. Вот, скажем, получается в октябре, да, 3 октября показывают. И, скажем, вот до вчерашнего дня, ну, 76 дней показывают, да. Ну, вот, смотрите, нефть снизилась на 35%, ну, вот, 35-96, ну, вот, я по минимуму отмечал, 35-96, ну, возьмем 35, в общем, не будем там замачиваться, вот, на 35% подешевел актив, в принципе, вот, вчера было тоже сильное, ну, движение вниз, такое снижение, там, сколько там, по-моему, вот, за пару дней, вот, там, где-то 6 пунктов нефть потеряла, ну, вот, мы, в принципе, видим, что тренд нисходящий, а, значит, сейчас тоже, ну, так сильно валится, как бы, ну, естественно, на такие, значит, тенденции, ну, говорит о том, что, скорее всего, тренд продолжится, и ее вообще можно шортить, и на это можно, ну, прекрасно заработать. Она, думаю, может и 50 пробьет, и 40, а может быть и даже 30, но это тоже примерно где-то промежуток, там, 3 месяца, полгода. Вот, так что сейчас события есть интересные возможности. Вот, но не забывайте, конечно, про риск, вот, про управление капиталом, то, что возможны убытки. Вот, ну, в принципе, аккуратно, с умом можно неплохо. Ну, давайте еще вот опционы разберем. В принципе, здесь вот я, как говорил, опционы по Сбербанку и по Газпрому убрал. Они там очень такие, не такие они ликвидные, не так уж их легко там продать. Ну, точнее, купить-то аж просто их, продать не так их легко. Вот, и поэтому, как бы, я убрал их из рекомендаций. Вот оставил только РТС, доллар и, ну, по нефти, да, естественно, опционы. Ну, вот, в принципе, по опционам такие же рекомендации, как и по фьючерсам. А, вот. Ну, в принципе, по рынку у меня все. Если есть вопросы, давайте посмотрим. Хорошо, спасибо большое, Виктор. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы можно в чате уже писать. Виктор, как у вас эта неделя? Активная торговля? Вы знаете, на самом деле нет, я вот раз на опционах потерял, как бы, и сил не торговал, но вот, а по нефти я видел, что движение будет, но вот я прозевал его, я спал, короче, проснулся, она как хлопнула, вот я сел-то, вот, вчера смотрел, и, в общем, я пока не вошел, сейчас, думаю, может, сегодня-завтра буду ходить, но вот пока у меня позиции нет. Вот ясненько. Так. Понял вас. Когда планируете Новый год у вас начнется? Или у вас рабочий Новый год по профессии? Рабочий.
елка, все дела. Я понял. Корпоративы уже начались? Да, корпоративы идут, конечно, это месяц корпоративов, так сказать, месяц жатвы. Вот, поэтому работаем усиленно. Я понял. Ну, а торговать все-таки есть время? Находите время? Или, конечно, есть время. Просто я же говорю, дома вчера был, спал что-то, этот, меня под вечер что-то вырубило. И что-то я проснулся. Там, ну, ни заявки, ничего не поставил до этого, как бы, да. Ну, в общем, и... Понятно. Укатали вас. Дед Мороз вас укатал вместе со своими оленями. Да, да, что-то днем гулял, там, и что-то этот, у нас так холодно, там, скользко, там, и я там что-то там много находился, там, вот, и что-то так устал, там, воздухом надышался, и все. Уснул, понятно. Просыпаюсь, уже думаю, а там нефть уже, я где-то уже потом, получается, еще раз уснул, около часа проснулся, смотрю графики, там нефть уже 55 с чем-то, думаю, о, Господи, блин, надо же. Надо же, столько денег потерял. Какой дорогой сон. Да, дорогой сон, это точно. Спасибо большое вам за ваш обзор, а вам хорошего дня и удачи на рынке. Все, спасибо, Игорь, счастливо. До свидания. Все, до свидания.